Если ваш вентилятор гудит и запускается только с толчка, то это видео будет как раз для вас. Причина элементарная. Вот в этой черной коробочке, в распределительной коробке, есть конденсатор, который обеспечивает именно режим запуска, первоначального запуска этого самого вентилятора. Поэтому, может, элементарно открутились контакты, нужно просто потянуть эти контакты. Если же с контактами все в порядке, нужно измерить емкость конденсатора. Для этого есть специальный прибор для измерения емкости. Если же такого прибора у вас нету, то самое простое решение – это купить один в один такой же конденсатор в электромагазине и заменить его.